Знаешь, я тебе советую, ты ей признайся. Угу. Девочки смелых любят. А, я пойду, слушайте. Давай. А мне совет кто даст? Отряд, доброе утро. Доброе утро. Не выспались, да? Ну ладно, сегодня нас ждет настоящий поход. Ура! Какой ужас, я просто не выдержу. Ладно, ничего. Через 15 минут встречаемся у главного корпуса. Угу. А сейчас, пока у вас есть время, проверьте свои вещи быстренько. И в шортах нельзя. Ни в коем случае. Там холодно и комары, понял? Все, бегом. Ой, девчонки, нам надо собраться. Так, девочки, можно переодеться, а то меня в этом костюме уже все видели. Ты еще туфли на каблуках одень в этот поход. Надо, как всегда, ничего неожиданного. Входите. Девочки, что вы так долго? Давайте быстрее. Может, вам помочь? Нет, спасибо. Да, просто садись. Ну да, давай, садись. Кстати, я прочитала, что в этом лесу обитают призраки. Призраки? Что? Призраки? Призраки? Да. И если ты зайдешь на их территорию, они будут мстить. Жуть. Да надо, хватит пугать, мне и так страшно. А еще тут твои призраки, призраки. Вы что, в это верите? Это все сказки. Ладно, девочки, пойдемте, а то, наверное, нас там уже заждались. Ребята, построились! Ребята, построились парами! Живее! Мы выдвигаемся, поэтому держитесь рядом друг с другом. Ура! Приключения! Ага, приключения. Только без призраков, пожалуйста. Каких еще призраков? Древних. Призраков. Ну отстаньте, это не смешно! Вы готовы? Да. Проверьте, все ли взяли, быстренько. Да. Запомните, с кем стоите. Без моего разрешения из строя не выходить. Договор? Да. Молодцы. Все, идете за Лерой, я сейчас пойду вперед. Давай, Лер, идем. Нет, идем. Вова, правильно. Ну видишь, Алён, тут не так уж страшно, как ты думала. Ага, не страшно. Да я от страха готова сквозь землю провалиться. А мне кажется, тут тихо и хорошо. Давайте! Вы в своем уме вообще? Прекратите! Да, хватит уже! А можно уже отойти? Да, давайте тогда сделаем привал, да? Остановимся здесь, и если кому-то нужно отойти, давайте вон в те кусты. Договорились? Угу. А историю этого леса знаете? Да, конечно, уже все знают, поэтому и дрожат. Ну и правильно. Не зря, потому что... Вот со мной история приключилась год назад. Мы также с ребятами в поход собрались. Значит, приходим, все хорошо, классно, весело. Я, дурак, часы потерял. Представляете? Часы потерял, а нашел то, что... Ну, о пропаже узнал только к вечеру, когда мы вернулись уже в лагерь. Вот, я думаю, что делать. А часы дорогие, подарок. Мама подарила. Вот, возвращаюсь в лес, а уже темно. Ни шуму, ни... вообще тишина полнейшая, ветра нету. Жуть. Понимаете, да? Ничего не шелохнется. Иду,
Иду такой, значит, мрак вообще, хоть глаз колей. Выхожу на поляну, на которой мы останавливались с ребятами, начинаю искать часы, ничего не вижу. Про фонарик вспомнил, достаю фонарик, свечу. Нет ничего. Как вдруг, метра два, наверное, от меня впереди, слышу хруст. Такой хруст, когда человек наступает на ветку, так тух-тух-тух, да, понимаете? Вот. Я туда фонариком, там никого. Ну, думаю, показалось, наверное. Ну, дальше ищу, там время проходит и слышу. С одной стороны, тух-тух-тух, с другой стороны, тух-тух-тух-тух. Вокруг меня хруст нарастает. Я думаю, окружают меня, понимаете? Думаю, подходит ко мне, я фонариком туда-сюда, никого нету. Я испугался, жуть, просто дёру дал, полетел из леса. Бегу, что есть мочь, я в жизни так никогда не бегал, правда. А хруст этот за мной, и все громче, громче, и ощущение, что что-то огромное за мной гонится. Я из леса выбегаю, метров 100 еще пролетел, останавливаюсь, отдышался. В лес смотрю, вдалеко-далеко фонарик светится, такой маленький огонек. Я думаю, ну как будто бы я сам себе оттуда свечу, представляете? Потом бац, нет фонарика. Духи. А часы я так и не нашел. Они взятку забрали у меня, чтоб я выжил. А мы с вами сейчас сюда зачем пришли? Часы искать мои. Всю ночь будем ходить, бродить. Ребят, ну где же вы? Я смотрел видео на YouTube, где рассказывается о всяких необычных явлениях, в том числе и о призраках. Слушай, я видел такое видео. Говорят, что призраки – это люди, которые не успели завершить свои дела на Земле. И обитают они там, где они как раз-таки не успели это дело завершить. Я тоже такое слышала. Я тоже. Я знаю, почему они такие злые. Потому что они очень грустные, и им очень плохо. А давайте будем надеяться на лучшее, потому что я слышала то, что некоторые призраки бывают добрыми, и, наверное, наши призраки добрые. Да? Вряд ли они добрые. Мальчики, да хватит, когда это вам уже надоест? Никогда. Дай! А зачем ты это съела? Какие? Ну нет, я, короче. Зачем ты это съела? Я обошел здесь вокруг. И в кустах тоже нет. Надо идти искать ее. Хорошо, тогда давай я здесь зиму, а ты найдешь ее. Давай. Тебе не кажется, что Славы долго нету? Вообще как-то очень странно. Очень даже странно. Ага, все здесь. Ну что, давайте играть слова? Так, это все, конечно, очень здорово, но скажите мне, пожалуйста, где Сава? Да, где Сава? Ее очень долго нету. Может быть, она потерялась? Где Сава? Она что, потерялась? А вдруг привидения съели? Так, ребята, ну не наводите панику. Ситуация, конечно, неприятная, но я уверена, что Сава найдет Саву. Поэтому давайте просто будем ждать. Ладно, давайте тогда слова. Ага, поняла. Ребята, прямо сейчас быстро собираемся. Скоро начнется шторм. Скорее, бежим. Быстрее. Ребята, давай, скорее. Милана! Бежим. Давай, рюкзак помогу. Бежим. Ближе к бревнам, давайте. Ближе друг к другу, ближе, прячемся. Так, сейчас передохнем и решим, что будем делать дальше. Тише, не бойтесь. Милан, как-то все идет не по плану. Да какой тут может быть план? Человек в лесу заблудился. Ну и в этих ситуациях может быть выход. Но как-то все идет не так. Всегда не так.
И что ты предлагаешь? Только не смейся. Вася, расскажи ты. Ну, я почитал в интернете, чтобы задобрить призрака, надо прийти туда, где он обитает, и показать, что мы настроены дружелюбно. Ну что, вы это правда верите? Ну а что нам остается делать? Так, стоп, если вы намекаете на то, что нам надо пойти в лес, я против. Ну почему? Сава ведь где-то там. Я согласна с Миланой. Это очень опасно. Тем более на улице шторм, ребята. Это не сработает, потому что это всего лишь легенды. Давайте наберемся сил и вернемся в лагерь. Я не хочу торчать здесь всю ночь. А вы? Ребята! Вы где? Ребята! Ребята? Слава! Слава! Там кто-то был. Кто? Это призрак. Уходим отсюда, быстрее, уходим. Подожди, уходим. подожди, стой. Это не призрак. Алексей Геннадьевич, спасибо большое. Все, отыскали. Всего доброго. Да ты чего? Испугалась? Да. Пойдем, все наши ждут, скоро дождь начнется. И бах! И больше его никто не видел. Ужас! Ты откуда такой взял? Поскорее бы Сава вернулась. Да, представляю, она одна в таком густом большом лесу. Она вообще комара боится, а тут такое. Девочки, у вас что-то волосы расплелись. Давайте, может, я вам заплету? Маш, прости, но настроения вообще нету. Вась, а что ты нам говорил про призраков? Ребята! Ребята, нас нашли! Неужели мы сегодня вернемся в лагерь?